Jaan , te võite pärast esitada selle . ja tervist . tervist . või mõistes või mis teie nimi on ? ja teie amet ? siin sees . miks ? tänane päevakava . miks ? Он не говорит своего имени, не говорит фамилию, кто он такой? Какие он права, а? Имеет, какие он имеет права не пустить в прессу? А? Пускай он покажет свои документы сначала. Нет, почему? Он что, секретный человек? А? Просто не хочу. Кто вы? Вы не имеете права отменить законы, которые действуют на территории Эстонии. Менеджер юридической пиагорода. Ну? Ну и что из этого? Я имею на виду сисегора эскери. Kus on kirjas ilusti, et ürituse korraldaja võtab endale õiguse mitte lasta üritusele inimesi, keda ta siin näha. Так, завтра мы, то есть не завтра, в понедельник, да, мы заявление напишем в прокуратуру Эстонии. Но мне надо знать вашу фамилию. Под Путину пиши. Как ваша фамилия? Я нет, пусть пробую мы тогда мы Ehk on selleks vaja maha pidada veel kolmaski vabadussõda kõik võimalikes variantides. Eestis käesoleval ajal oleks olema nagu aasta 1999. Фашизм не пройдет.